Йо. О. Йо. Спустя 70 лет павшим на войне героям отдали воинские почести. 12 солдат погибли, защищая земли в Слободе Криворожье. Здесь их и обнаружили во время подготовки строительства системы газопроводов «Южный коридор». Местные не удивляются, говорят, следы войны находят даже в собственных огородах. Поэтому компания «Газпром» привлекла к работе и поисковые группы. Почти на линии газопровода обнаружили старые ходы сообщения, блиндаж, окопы. По документам, по архивам направления окопов, все говорит о том, что это были бои в окружении в июле 42 года. В 42-м здесь базировались 11 дивизий. Их вычислили фашистские авиаторы. Солдаты оказались в плотном кольце врага, без поддержки и шанса выжить. Командование, вот это доподлинные документы, подлинные, что командование многих полков дивизий просто бросила своих бойцов. Личности 11 мужчин определить не удалось, а вот имя 12-го сохранилось в медальоне. Николай Жирков, младший лейтенант Красной армии. В администрации района уже ищут его родственников. Когда поисковая служба работала, архивных материалов было очень-очень мало, и они работали практически с чистого листа. Чтобы придать земле героев, в центре Слободы Криворожья собралось несколько поколений. Ветераны, разменявшие 9-й десяток, вспоминают события 70-летней давности и чтят память тех, кто не вернулся с войны. Родина не забывает о героях, отдавших жизнь. Чтят пока, помнят. И дай Бог, чтобы не забывали нас. Работа поисковиков в Миллеровском районе не прекращается, а зимой в архивах, весной в полях. Елена Баранникова, Юрий Санкин, Южный регион инфо.